Здравствуйте, Мария Осиповна. Нет, это ее внучка Мария. Звоним вам с заботой о вашем здоровье. Меня зовут Наталья, я сотрудник волонтерского штаба. Удобно ли вам сейчас говорить? Сотрудники Щелковского молодежного центра «Навигатор», в число которых входят волонтеры Подмосковья, информируют жителей старше 65 лет о возможности сделать прививку от коронавируса. Гражданам по телефону рассказывают о том, где в округе можно пройти вакцинацию. Предлагают помочь записаться на плановую прививку в поликлинику, либо обратиться в мобильные пункты вакцинации, которые располагаются в гипермаркете «Глобус» на втором этаже, деревне Литвиново и в Доме культуры «Медвежьих озер». Люди в большинстве своем относятся положительно к тому, что мы звоним, благодарят наших волонтеров, задают вопросы, когда это можно сделать, сколько раз надо вакцинироваться, безопасно ли это. Все ответы на эти вопросы у нас подготовлены, с сотрудниками работали предварительно, прежде чем сажать их на телефоны. Волонтеры информируют жителей по любым вопросам, касающимся вакцинации. Также гражданам напоминают, что проконсультироваться по дополнительным вопросам можно, позвонив по единому короткому номеру 122. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.